Guten Abend miteinander. Всем добрый вечер. Ich möchte mich zuerst bedanken bei den Kuratorinnen und Kuratoren für die Einladung. Прежде всего я хотел бы поблагодарить кураторов за приглашение. Speziell Lydia. Lydia, в первую очередь. Ja. Genau. Lydia hat mich gebeten, über meine künstlerische Praxis zu sprechen. Lydia просила меня, чтобы я поговорил о моей практике художественной. Und ich möchte das gerne tun anhand der Arbeit Paradies. Я с удовольствием сделаю это и буду использовать в качестве основы работу Paradies, то есть рай. Genau, das hier unten gezeigt wird. Вот то, что будет показываться. Genau. Im zweiten Teil werde ich einige Arbeiten zeigen. Ja. А потом во второй части еще некоторые работы покажу. Und ich habe diese Arbeiten ausgewählt. Einerseits sind alles Arbeiten ohne Sprache. Я выбрал их, во-первых, с той точки зрения, что все это работы, не требующие речи, языка. Genau. Und andererseits habe ich versucht, den, quasi das Thema der Ausstellung im Hinterkopf zu behalten. А с другой стороны, я старался все-таки, чтобы при этом сохранялась в основе та тема, которой посвящена выставка. Also ich fange an mit Paradies und ich werde da ein bisschen genauer drauf eingehen. Начнем с Парадиза, а потом уже поточнее перейдем дальше, подробнее к другим работам. Genau. Also meine Arbeit im Atelier besteht eigentlich aus drei Hauptelementen. В сущности моя работа в ателье состоит из трех основных элементов. Das ist Experiment. Это эксперимент. Sammlung und Recherche. Это собирание и исследование. Und den Einbezug von filmhistorischen Aspekten. А затем привлечение большого числа исторических аспектов. Gut. Für Paradies gab es für mich eine Grundfrage. Что касается Парадиса, то для меня существовало некоторое число базовых вопросов. Wie stellt man sich in meiner Kultur der Schweiz, Mitteleuropa. Как в моей культуре, культуре Швейцарии, то есть Центральной Европы, einen Idealzustand vor. Представляется идеальное состояние. Einen Zustand, in dem alles gut ist, то wie есть es im Film состояние, heißt. В котором или при котором все хорошо, так как будет показано в фильме. Genau. Und da gibt es natürlich ein kulturelles, eine kulturelle Gemeinsamkeit, ein kulturelles Bild. Естественно, существует культурная общность, то есть некое единое представление культурное. Und das ist das Paradies. И это и есть то, что мы понимаем под раем, Paradies. Jetzt, was für mich erstaunlich war, als ich angefangen habe zu recherchieren. Когда я начал эту тему исследовать, что оказалось интересным, удивительным даже для меня? Ist, dass der Begriff Paradies in der Übersetzung. Дело в том, что само понятие Paradies heißt die Umzäunung. При переводе дословном означает усмирение. Also die Mauer. Der Zaun, so. Ну, приблизительно, усмирение, укрощение. Also wir sehen hier auf dieser Darstellung aus dem Mittelalter. Это изображение средневековое. Wir sehen das Paradies und drumherum ist eine И Mauer. Здесь мы видим, что изображение внутреннее, оно обнесено стеной. Genau. Also, das heißt, das Paradies, der ideale Zustand, ist ein Zustand, wo es ein Innen und ein Außen gibt. Это означает, что Paradies, рай, в своем исконном смысле, это нечто такое, при котором есть состояние внутреннее и состояние внешнее. Ich fand das erstaunlich und ein bisschen traurig. Я счел это довольно удивительным и немного жалко стало. Eine zweite, ein zweiter Satz, der für mich sehr wichtig war, ist,
Еще одна, одно выражение, которое оказалось для меня очень важным. Gärten sind Bilder. Это Gärten, der Garten, die Gärten. Это изображение сада. Как изображаются сады? Genau. Also ein Garten ist ein Bild, das der Hausbesitzer gemacht hat. Сад – это определенное понимание, изображение, которое имеет тот, кто сад сажает, создает. Und dieses Bild erzählt uns von den Sehnsüchten und Wünschen des Hausbesitzers. И этот сад рассказывает нам о стремлениях, может быть, о страстях, о чувствах того, кто его посадил, то есть хозяина сада. Hier haben wir einen Garten aus der Gegend von Basel. Такой сад существует, один из садов Базеля. Wir haben den Zaun. Здесь мы имеем забор. Und in der Mitte haben wir drei Palmen. А в серединке три пальмы. Jetzt Basel ist ein sehr nördlicher Ort. Надо сказать, Базель – это северная часть страны. Es gibt normalerweise keine Palmen. То есть там пальмы вообще-то не растут. Aber die Palmen drücken die Sehnsucht nach dem Süden aus. Пальмы выражают тоску хозяина по южным странам. So, also dieser Hausbesitzer erzählt uns von seiner Sehnsucht значит, nach dem Süden. Что хозяин этого дома и сада рассказывает нам о своей тоске по югу, по теплу. Hier haben wir ein Haus, das sieht fast aus wie ein Bunker. Еще один дом, он выглядит почти как бункер. Das wieder hinter einem sehr hohen Zaun steht. Причем, вы видите, что зелень образует довольно высокий забор. Und in meinen Augen erzählt das von dem Bedürfnis nach Sicherheit des Hausbesitzers. И выглядит все это так, как если бы хозяин дома создавал себе возможность еще большего устранения от опасностей. Он ищет безопасность. Genau. Hier haben wir quasi wieder den Zaun, wie immer. Здесь мы, как всегда, опять видим забор. Und dieser Hausbesitzer erzählt uns, dass er quasi Sehnsucht nach Ordnung hat, nach etwas wie Versailles. То сообщение, которое передает помощью своего сада хозяин, это его стремление к порядку, к упорядоченности. Чтобы все было по местам. Das sind natürlich alles Projektionen von mir. Для меня это все, конечно, те проекции того, что я вижу в сознании. Gut. Jetzt möchte ich erzählen, wie ich vorgehe. Теперь расскажу, каким образом я работаю, мой процесс. Oh, da ist noch ein letztes Bild. Еще одна есть картинка, тоже такого же типа. Paradies. Ну, кому что есть рай. Genau. Also, ich habe eine Sammlung an Bildern, die ich permanent mache. У меня есть собрание изображений, картины, картинок, которые я бесконечно пополняю. Genau. Und ich hänge die bei mir im Atelier auf. Они у меня везде развешаны в ателье. Und kombiniere sie untereinander. И потом я начинаю их комбинировать одно с другим. Also das ist einerseits ein laufendes Archiv. Ich mache zum Beispiel jetzt in Petersburg auch Fotos. С одной стороны, это бесконечная непрерывная работа. То есть я, например, здесь, в Петербурге, тоже делаю снимки. Andererseits gehe ich auch gezielt auf die Suche nach Motiven. С другой стороны, это вполне целенаправленная работа. Это поиск определенных мотивов. Auf der anderen Seite habe ich eine Textsammlung. Also, с другой стороны, у меня есть собрание текстов. Und der Protagonist in Paradies. И протагонист Paradies. Er sucht sich permanent Texte. Постоянно выискивает тексты. Und das ist quasi wie meine Arbeit. Ну, это тоже как бы моя работа. Ich habe ein Ritual. У меня есть определенный ритуал. Wenn ich am Morgen ins Atelier komme, lese ich zuerst eine Stunde. Сначала, с утра, когда я прихожу в ателье в свое, я в течение часа читаю.
Ich mache mir sehr genaue Notizen. Я делаю себе очень точные выписки. Und kopiere quasi die wichtigsten Gedanken auf Karteikarten. И самое главное копирую в картотеку. Genau. Dann, also wenn ich die Texte und die Bilder habe, затем у меня есть тексты и изображения. Fange ich an, sie miteinander zu kombinieren. Я начинаю их комбинировать между собой. Und ich untersuche, welche neuen Bedeutungen entstehen. И при этом изучаю, какие возникают новые значения. Gut. Dann, also das war jetzt quasi wie die inhaltliche Arbeit. Это как бы содержательная сторона работы. Aber ich mache eigentlich laufend auch formale Experimente. Но одновременно, непрерывно идут и эксперименты. Und ich möchte das anhand dieser tanzenden Pflanzen zeigen. Я покажу это на примере вот таких танцующих растений. Und wir schauen schnell den Ausschnitt aus Paradies an. Мы сейчас то, что увидим, это небольшой кусочек из работы Paradies. Und ich erkläre nachher, wie ich vorgegangen bin. Потом поясню, каким образом я это создавал. Ich bin da folgendermaßen vorgegangen. Работа шла следующим образом. Ich habe zuerst die Natur, so wie ich sie vorgefunden habe, quasi dekonstruiert. Сначала ту природу, ту часть, кусочек природы, которую я увидел, я, так сказать, разложил, деконструировал. Das heißt, ich bin in einen Garten gegangen. То есть я пошел в сад. Habe den Garten gefilmt mit einer Kamera und einem Scheinwerfer. Осветил то, что мне требовалось с помощью прожектора. Заснял на камеру. Und der Scheinwerfer hat nur einen ganz schmalen Streifen beleuchtet. А прожектор был настроен так, что луч его был очень узким. Genau. Und so bin ich durch den Garten gegangen. Вот так я шел сквозь сад. Und in der Postproduktion habe ich immer mehr dieser Streifen zusammengefügt. А потом уже дома я эти полосы начал соединять. Bis am Schluss quasi die ganze Pflanze wieder entsteht. И так до тех пор, пока не возникло целое растение. So, hier, das ist jetzt quasi die komplette. Вот полностью выросло растение. Genau. Also, was mich daran interessiert hat, что меня в этом случае интересовало, ist die Natur zuerst zu dekonstruieren. Это действительно попытка природу сначала деконструировать. Und danach wieder zu rekonstruieren. Снова, вот изумительные слова, да? Реконструировать. Сначала конструкцию разложить, потом ее снова собрать. Weil das eigentlich die Art und Weise ist, wie wir wahrnehmen. Поскольку именно это и есть тот способ, которым мы осуществляем восприятие видимого. Also wir sehen eigentlich nie einfach ein komplettes Bild. Мы никогда не видим в комплексе полное изображение. Sondern wir schauen das Bild ab und am Schluss rekonstruiert unser Gehirn. Сначала видим фрагментарно части этого изображения, части картины, а потом уже реконструируем ее полностью. Mich hat generell dieser Aspekt einer künstlichen, konstruierten Natur interessiert. Меня интересовало в целом, как проходит этот процесс художественной реконструкции природы.
Und ich bin dabei auf Hollywood-Filme aus den 40er und 50er Jahren gestoßen. На этом пути я натолкнулся на голливудские фильмы 40-х, 50-х годов. In denen künstliche Gärten quasi eine Rolle spielen. Именно здесь определенную роль играли искусственно создаваемые сады. Und mich hat das fasziniert, diese Künstlichkeit, die doch irgendwie faszinierend ist. Меня просто восхитила вот эта искусственность, которая в то же время приводит нас в восторг. Genau, das ist ein Beispiel aus Suddenly Last Summer von Mankiewicz. Это Mankiewicz, я не знаю, что это за фильм. Suddenly Last Summer. Как он по-русски назывался, без понятия. So. Dann hier ein anderes Beispiel. Еще один пример. Die Gone Crazy, ein Film war. Gone Crazy war. Ну, какие-то у них, может, нас они показывали. Und es ist ein sehr, sehr hoher Grad an Künstlichkeit. Очень высокая степень художественности. Genau. Und ich habe dann versucht, я стал пробовать, auch eine künstliche Natur herzustellen. Тоже создавать искусственную природу. Das ist quasi das Gewächshaus in der Kiste. Ну, это нечто вроде маленькой оранжереи внутри ящика. Genau. So sah es im Studio aus, also или вот так вот внутри студии. Als wir eingeräumt haben. Расчистили место, сделали такой сад. Genau. Und wir haben das dann quasi aufgebaut. Построили таким образом. Genau. Das ist meine Produzentin übrigens. Это в сущности. Genau. Мой продюсер. Mit dem richtigen, also hier ist natürlich das Arbeitslicht. В данном случае мы это рабочее освещение. Genau, mit dem richtigen Licht sieht es dann so aus. С тем, которое задумано освещением, выглядит вот так картина. Okay, ich möchte jetzt Paradies beenden. Вот это то, что касалось Парадиса. Und zu anderen Arbeiten kommen. Кое-что касательно других работ. Für die nächste Arbeit hat mich ein historisches Gerät interessiert. Моя другая работа основана на интересе к историческому прибору некому. Genau, dieses Gerät heißt Nipkow-Scheibe. Это Nipkow-Scheibe, Диск, Nipkow-Диск. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist hier. Известно вам, нам, что это за диск? Nipkow. Исторически, знаете, да? Erkennt, gut. Es ist ein Verfahren, bei dem то есть это такой способ, diese Scheibe dreht, при котором диск вращается, und Punkt für Punkt, also Streifen für Streifen, и точка за точкой, das Bild, полоса за полосой, aufzeichnet, записывает genau. Изображение. Hier sehen wir quasi ein frühes Gerät. Вот это очень ранний вариант прибора. Da rechts ist ein Kopf und der wird aufgezeichnet. Голова и как производится запись этой изображение этой головы. Und so sahen diese Bilder aus. Вот так вот получаемые изображения выглядели. Das waren die ersten Fernsehübertragungen, die таково es gab. Таково самая первая телевизионная передача, какая только существовала. Genau. Also wieder dieses Verfahren, ein Bild nicht das Ganze zu sehen, опять тот же самый способ, не изображение целиком, sondern Zeile für Zeile zu lesen. А строка за строкой прочитывается. Genau. Ausgehend habe ich eine Arbeit gemacht, die heißt Gelächter. Уже исходя из этого, я создала работу, которая называется Улыбки. Genau. Und Gelächter ist auch ein Experiment mit der Schauspielerin. Это эксперимент, в котором помогала актриса. Genau. Ich habe eine physiologische Beschreibung des Lachens. Verwendet. Я использовал физиологическое описание смеха.
In dieser Beschreibung werden alle Punkte aufgezählt, die zum Lachen gehören. In diesem описании уточнялись все те моменты, которые в единстве создают смех. Also das heißt zum Beispiel schnelles Atmen. Например, быстрое дыхание. Oder das Hochziehen der Mundwinkel. Или подъем уголков рта. Die Augen weit aufsperren. Открывание как можно шире глаз. Oder die Nasenlöcher, die sich öffnen. Ноздри раскрываются при смехе. Solche Aspekte. Вот такие аспекты. Und ich habe der Schauspielerin den Auftrag gegeben, diese Dinge einzeln zu tun. И задача, которая стояла перед актрисой, поочередно все эти элементы собою демонстрировать. Und daraus habe ich dann wiederum eine Komposition gemacht. Я опять же создавал единую композицию. Das ist die Installationsansicht. Так выглядит вся инсталляция. Ich habe drei alte Röhrenmonitore gebraucht. Это три старых монитора с трубкой. Die sehr maschinell, sehr schwer sind. Те, которые сами по себе очень тяжелые, громоздкие. So, dass etwas Maschinelles entsteht. Так, чтобы общее ощущение было более машинным. Genau. Und der Zuschauer konnte in die Mitte stehen. Зритель становится в середину. Also hier ist das Diagramm. Вот так вот диаграмма выглядит. Genau. So. Und wir schauen uns jetzt eine Dokumentation an. Сейчас посмотрим, как это документировано происходит. Die nächste Arbeit, die ich vorstellen möchte, heißt Следующая работа, которую я хочу представить. Der freie Fall. Называется Freier Fall. Genau. Also der freie Fall ist eine 5-Kanal-Videoinstallation. Это как бы понятно. Свободное падение. Genau. Вот как надо понимать. Само понятие разделено на несколько отдельных составляющих. Mich hat dabei die Fragmentierung des Menschen im medizinischen System interessiert. В этом случае меня интересовало фрагментирование человека в медицинской системе. Die Situation war so, dass die Leute drumherum stehen konnten. Ситуация была сделана следующим образом. Люди стоят вокруг. Oder mittendrin. Или могут войти в середину. Für mich war wichtig, dass die Leute eine Haltung einnehmen. Для меня было важно, чтобы люди такую приняли позу, wo sie hinunterschauen. Чтобы смотреть вниз. Weil das die Haltung ist, die wir am Bett eines Kranken haben. То есть это то положение тела, та поза, которую мы имели бы, если бы стояли у постели больного и смотрели вниз на него. Ich habe hier wieder mit der Fragmentierung des Bildes, Fragmentierung des Bildes gearbeitet. Я здесь вновь работал с фрагментированием изображения. Und der Rekonstruktion. И затем реконструкцией этого изображения. Wir schauen uns eine Dokumentation, also quasi einen Teil der Dokumentation an, circa 4 Minuten. Опять же, на 4 минуты увидим часть этой работы.
möchte anhand dieses Beispiels die Arbeit mit einem Schauspieler vorstellen. На этом примере я хотел бы показать, как происходит работа с помощью актера. Und was wichtig ist, das war kein professioneller Schauspieler. Причем важно то, что в этом случае этот человек, он не был профессиональным актером. Also ich musste mir überlegen, wie kriege ich den Ausdruck hin, ohne dass er das gelernt hat. И для меня должен был придумать, каким образом вытянуть из человека то, чему он не был научен профессионально. Und ich zeige jetzt eine Aufnahme, quasi eine Originalaufnahme von den Dreharbeiten. И я покажу сейчас некоторые фрагменты, некоторые кусочки из того, как проходила съемка. Ich habe dem, also dem eben der Figur ganz einfache Aufträge gegeben. Я давал человеку очень простые задания. Ich zeige das jetzt. Вот сейчас буду показывать. Ich sage ihm, Mund auf. Задание типа открыть рот. Mund zu. Закрыть Augen рот. Auf. Открыть глаза. Hochschauen. Наверх смотреть. Runterschauen. Вниз смотреть. Solche Dinge. Вот подобные задания. Das heißt, ich verlange nichts von ihm, was er nicht kann. То есть я не требую от человека ничего такого, чего он не мог бы сделать. Habe ich Masken, schwarz-weiß Masken? После этого я использовал маски черно-белые. Genau, die sehen ungefähr so aus. Таким образом приблизительно so. Черно-белое изображение. Und diese Masken verwende ich, um verschiedene Bilder von ihm zu mischen. Это пошло смешение различных частей съемки. Also das heißt, das sind all die einfachen Gesichtsausdrücke. Простые выражения лица. Die erst in der Postproduktion уже при обработке последующей дают нужное изображение. Also der Schnitt macht die Emotion. То есть монтаж создает эмоцию. Gut. Diese Arbeit ist das, heißt das Gespenst des Glücks. Вот эта работа называется привидение или удача привидения. Und was mich hier interessiert hat, здесь меня интересовало, ist der Imperativ, glücklich zu sein. Интересовал сам императив, требование быть счастливым. Genau, der in Werbung, Filmen etc. immer wieder kommt. Тот императив, который постоянно возникает в произведениях, в фильмах, в любом жанре, в произведениях литературы или прочих. Genau. Und wir schauen jetzt die Arbeit an und ich erkläre nachher noch ein paar Sachen. Мы посмотрим сейчас эту работу, а потом я дам пояснение к ней. Может быть, точнее это назвать призрак счастья. Сейчас уже яснее стало. Ich habe besser präzisiert, Binna.
Das Setting dieser Arbeit war, как создавалась эта работа? Dass quasi die Vorbilder von Glück, это образцы, образы счастья, imitiert werden, которые имитируются. Also ein Vorgang, der in unserer Gesellschaft eigentlich üblich ist. В сущности, именно тот процесс, то движение, которое в обществе считается общепринятым и ожидаемым. Und ich wollte die Schwere zeigen, also wie schwer das ist. Я хотел показать, как с одной стороны тяжело это проходит. Und habe das in einen Auftrag an die Schauspieler umgesetzt. И с другой стороны переводил это на те упрощенные действия, которые задавались актерам. Und zwar habe ich den Schauspielern Ausschnitte aus Musicals da oben. Я показывал актерам фрагменты мюзиклов, вот там наверху экран, и на нем фрагменты мюзиклов. Und die habe ich sehr langsam abgespielt. Причем они показывались в очень замедленном темпе. Und die Schauspieler mussten diese Bewegungen ganz langsam imitieren. Актеры должны были эти движения имитировать также в очень замедленном темпе. Das ist sehr schwierig. Это очень сложно. Wenn Tanz hat etwas zu tun mit schnellen Bewegungen, mit flüssigen Bewegungen. Если представить себе танец, это движение довольно быстрое, оно в любом случае быстрое и плавное. Und wenn man diese Bewegungen ganz langsam machen muss, если приходится эти движения производить очень медленно, wird es unmöglich. Это становится невозможным. Alle Eleganz geht verloren. Пропадает вся элегантность. Genau. Also, und es waren überall im Set waren Monitore verteilt. Повсюду были установлены мониторы. Und die Schauspieler konnten von überall her konnten sie diese Musicals sehen. Эти фрагменты мюзиклов актеры могли видеть с любой позиции. Diese Musicals sind aus den 40er Jahren, 40er, 50er Jahren. Это были мюзиклы опять же в стиле 40-х, 50-х годов. Und die haben auf eine sehr naive Art und Weise das Glück dargestellt. Это было время, когда очень наивным способом делались попытки показать, что такое счастье. Zur gleichen Zeit gab es noch einen anderen Stil in Hollywood. С другой стороны, именно в это время стиль Голливуда был совсем иным. Der Film Noir. Это фильмы любви. Genau. Das waren Kriminalfilme. Были криминальные фильмы. Genau. Und die Musicals hatten immer ein Happy End. А мюзиклы всегда должны были иметь Happy End. Und der Film Noir ging immer schlecht aus. Фильм Noir всегда это нечто такое, что кончается плохо. Also es waren Filme des Glücks. То есть были фильмы счастья. Und Filme des Unglücks. Были фильмы несчастья. Jetzt, ich habe den Schauspielern, wie gesagt, die Filme des Glücks, die Musicals als Vorbild gegeben. Я давал в качестве образцов для актеров фильмы счастья. Habe aber versucht, mit dem Licht und mit dem Stil, используя свет и стиль, an den Film Noir zu erinnern. Пытался из этого создать ощущение фильма несчастья, фильм Нуар. Dann etwas weiteres, was mich interessiert hat, еще что меня интересовало здесь, sind diese vorfilmhistorischen Geräte. Это та техника, те приборы, которые использовались до начала эпохи фильмографии. Also wie das Zoetrop und das Praxinoskop. Zoetrop. Как они назывались? Ну, убей бог. А? Ну вот. Специалист знает. Thank you. Genau. Und man sieht hier diese Spalten. Вы видите тонкие отверстия, wo man durchblickt. С
сквозь которые падает взгляд. Und wenn das sehr schnell dreht, и при быстром вращении fangen sich an, die Figuren zu bewegen. Фигуры начинают прыгать, двигаться. Und das habe ich versucht, quasi nachzuempfinden. Это, ну, как бы заново изобрести. Gut, ja, ich möchte jetzt hier abschließen, damit wir noch etwas Zeit haben Рассказ für Q&A. Я хотел бы мой здесь закончить на этом, чтобы у нас время осталось поговорить. Ist das okay? Mm-hmm. Gut. Если все согласны. Vielleicht. Danke.